Подруги, привет! Добро пожаловать на наш канал. По названию нашего видеоролика и по моему внешнему виду вы можете судить, что у нас дела так себе не очень. Не очень в том смысле, что у нас выдалась очень-очень тяжелая ночь, и вчерашний день ровно так же был сильно таким неприятно волнительным. У ребенка поднялась температура до 38,5. Был он какой-то странненький весь день, такой подозрительно спокойный и какой-то вот податливый. И я поняла, что, скорее всего, что-то не то. Я дала ему жаропонижающее в 5 часов вечера, и буквально за полчаса ребенок пришел в нормальное состояние. Температура спала, он стал такой живенький, довольный. В отличие от обеда, в это время он уже не отказывался от еды и съел свою привычную порцию ужина. И я его, как обычно, положила спать в 6 часов вечера. Часа, наверное, где-то через полтора после того, как он ушел спать, я зашла к нему тихонечко померить температуру. Слава богу, мы купили бесконтактный градусник, и это помогает в таких ситуациях очень и очень. То есть тебе не нужно зря будить ребенка для того, чтобы поставить градусник и там чего-то держать. В этом случае я просто приложила градусник к его переносице, и все, померила температуру. И уже я почувствовала, что ребенок, во-первых, горячий, а температура поднялась до 38 и, по-моему, 9, это уже просто край. И я поняла, что нужно быстро звонить в неотложку. Я позвонила в неотложку, они дали свои инструкции, то есть сказали ребенка, во-первых, раздеть, а он у меня, как обычно, спал в своем спальном мешочке, в памперсе, в бодике. Значит, мне сказали, что ребенка нужно первым делом раздеть, для того, чтобы вот механически снизить температуру тела, поскольку очень часто, когда мамы не могут сбить температуру, это как раз таки из-за того, что они, ну не знаю, по привычке или из-за страха, что ребенок замерзнет, они его не раздевают. Значит, первым делом раздеть, вторым делом снять памперс. Сначала я подумала, что за глупость, зачем мне снимать памперс, как он будет спать без памперса в кроватке. Но это очень оказалось важный момент. Мне объяснили, что памперс создает нагревательный эффект, то есть эффект некой теплицы на попе ребенка, и поэтому во время высокой температуры он еще усугубляет положение вещей. Сняла всю одежду. Значит, все наши спальные мешочки, не стала его накрывать никакой пеленкой, никакими простынями, и поставила ребенку свечку жаропонижающую. И третье, давать ребенку питье, обязательно давать воду для того, чтобы ребенок пил и не наступало обезвоживание. Ну и все, в остальном ты просто укладываешь ребенка спать, его успокаиваешь, чтобы он был в комфорте, и следишь за температурой. Неотложка сразу же меня предупредила, что если через час температура не спадет, тогда нужно вызывать. И в таком маленьком возрасте они ребенка дома не оставляют, и мы 100% поедем в больницу. Скорее всего, это будет инфекционка, и мы поедем в коридор. А это означает, что риск подцепить еще 15 других инфекций, он поднимается, мне кажется, до максимума. И в условиях коронавируса эта картина достаточно ужасная. Непонятное дело, что нет речи о том, что в России 30 заболевших, поскольку уже в Санкт-Петербурге больницы, в принципе, забиты. Я для себя, конечно, понимала, что это страшная перспектива, и мне вообще не хочется с ребенком сейчас уезжать ни в какую больницу. И остается только надеяться, что все меры предосторожности, которые я могу предпринять дома, они помогут малышу, а температура снизится, и нам не придется все-таки вызывать неотложку. И еще, помимо того, чтобы ребенка раздеть, снять памперс, попоить, можно еще протереть его влажной тряпочкой, которая пропитана водой комнатной температуры. Ни в коем случае ни водкой, ни спиртом, никакими вот этими великолепными растворами для протирания ребенка советского времени. Вот, просто водичка, это тоже может помочь. И пока я делала все эти процедуры, у ребенка температура спала уже до 37,9. Я его положила обратно спать, уже без подгузника. Попыталась постелить пеленочку, что у меня не получилось, он на ее там хапал, шмакал, и, ну, в общем, не привык он спать на пеленках, поэтому я ее уже сразу удалила. Есть на матрасник, на его матрасике, то я понимала, что, наверное, ну как бы окей, понятное дело, он описывается, но, может быть, на матрасник это все дело впитает, и ему будет комфортно спать. Через полчаса ребенок проснулся,
в мониторе я смотрю, он сидит у меня в углу кровати, просто плачет, орет. Я поняла, что да, ребенок описался и нет вариантов. Померила сразу температуру, она упала до 36,2. Ножки и ручки были прохладными, и тут я понимала, что в принципе в такой ситуации я уже могу вернуть его подгузник и надеть на ножки носочки, и я приняла решение надеть на него легкую маечку с короткими рукавами. Одела подгузник с мыслью, что я буду мониторить этот подгузник, и как только он будет хотя бы немного наполняться, я буду тут же его менять на чистый, чтобы этот подгузник был без мочи, чтобы он не создавал, собственно, этого эффекта нагревания. Ну и все, одела малыша, поменяла его постельное белье, положила его обратно спать и накрыла его обычной простынкой, не одеялом уже, а просто простынкой, поскольку я уже по температуре малыша видела, что у него все нормально, и важно, чтобы он был в комфорте и не замерзал. Ну и последующую всю ночь, естественно, я к нему заходила и проверяла его температуру. Должна сказать, что я была крайне удивлена тому, насколько ребенок послушный в этой ситуации, то есть сколько бы я его ни будила, он обратно уходил спать и спокойно себе засыпал. И, то есть у нас не было истерик, не приходилось его там укачивать или таскаться с ним по квартире полночи. Он, очевидно, действительно плохо себя чувствовал и просто уходил обратно в сон. Каждые полтора часа я заходила проверять температуру, 37,4 – это наш максимум. И все, и ребенок уже до утра проспал. Он до 7:30, и в 7:30, когда он проснулся, я к нему подошла, он уже был теплый. То есть температура поднялась опять до 38,5, и вот я ему поставила свечку. Вот, кстати говоря, наш градусник, вот такой градусник у нас Xiaomi. Нажимаешь кнопку, появляются три полосочки здесь, прикладываешь его к переносице, задерживаешь кнопку, и он мерит температуру таким образом. Так, давай будем мерить твою. 37,4. Мерить нужно у переносицы, вот у нас. 37,4. Какой у нас план, исходя из всей прекрасной ситуации? Значит, сегодня мы ждем педиатра. Конечно же, я вызвала доктора для того, чтобы он осмотрел ребенка и исключить всякие разные заболевания, которые требуют госпитализации. Послушать обязательно его легкие и, в общем, убедиться, что там нет шумов, все с ребенком в порядке. Да и, в принципе, чтобы понять, что у нас. Либо это обычное вирусное заболевание, либо это... не дай Боже, коронавирус, ну и, собственно, ждем врача. Помимо этого, у нас карантин, то есть мы решили отправиться в самоизоляцию, и последующую неделю минимум мы будем сидеть дома и уже никуда не выходить. Я, конечно, предполагаю, что это будет намного дольше, чем просто неделя. Что делать с Арсом, который должен работать, мы будем думать, поскольку, например, отправить его там на это время к маме, это тоже не вариант, так как мама в группе риска заболевания коронавирусом, то есть ей выше 45, естественно. Поэтому это совсем не вариант. Больше нам в Питере оставаться негде, ну и остается только, понятное дело, ему оставаться дома. Нам с ним нужно это все обсудить и действительно принять решение, что мы будем делать. Пока карантин в Петербурге, да и в России, в принципе, не вводится, естественно, об этом никто не говорит. Люди в торговых центрах, на улицах живут обычной жизнью. Такое ощущение, что ни у кого нет никаких волнений. То есть люди в основном без масок, с детьми, беременные мамочки. В общем, все посещают публичные места и вроде как-то, ну, не знаю. В Москве, в свою очередь, там все пусто. То есть в рестораны люди не ходят, и там прям люди с большой-большой осторожностью относятся к ситуации. Я очень надеюсь, что в Санкт-Петербурге и в других городах России будет ровно то же самое. Малышам сам коронавирус не сильно-то опасен. Они его переносят очень легко и спокойно. Просто как
вирусные заболевания в легкой форме, но в силу того, что они являются носителями этой заразы, то они очень опасны для людей постарше, а также тех, кто находится в группе риска. И, следовательно, именно поэтому, даже если в семье никто не болеет, важно уходить на карантин, самоизолироваться просто, чтобы эпидемию или пандемию уже всей этой истории остановить, и чтобы маленький ребенок, который, кстати говоря, может заболеть и без симптомов, чтобы этот маленький ребенок, он не заражал окружающих, ну, в первую очередь, конечно, бабушек и дедушек, что является очень-очень опасным. Так что вот такие мысли у меня по этому поводу сегодня. Слава тебе, Господи, я просто счастлива, что малыш перенес эту ночь, удалось сбить температуру. Будем теперь ждать педиатра, посмотрим, что доктор нам скажет. Но, с одной стороны, если это обычная вирусная инфекция, то, наверное, в этом случае это лучший исход. И просто переболеем температурку, пока ни соплей, ни кашля ни у кого нет. Вот. И хочется верить, что все обойдется. Слава тебе, Господи! Опять же, что я запаслась едой. То есть мы заказали где-то на полтора месяца вперед детского питания. Мы заказали заморозку, еще какая-то заморозка должна ко мне приехать, и мясо, да, мясо должно приехать во вторник. Заказала я в четверг, чтобы вы понимали, то есть ты заказываешь еду в четверг в том же перекрестке, и она приезжает только во вторник. Это о чем-то говорит. Туалетная бумага у нас есть в доме, бытовую химию я все заказала, также какие-то там фасоль в томатном соусе консервированную. Ну и что-то там еще мы заказали, молоко, крупы, все, масло растительное. Короче, всю еду, которая необходима для того, чтобы жить в карантине. А, еще мы заказали воду, естественно, большое количество воды и для малыша, и для нас. Так что запасы у нас есть, к карантину мы готовы. Да, котенок? Все, ждем врача. И буду вам дальше рассказывать, что у нас сегодня происходит. А вы тем временем давайте берегите себя, не таскайтесь по улицам, по торговым центрам, сидите дома, нефиг, потому что последствия просто какой-то такой прогулки или мысли, ай, все это херня, сами понимаете, к чему приводит. Лучше обезопаситься, и береженого Бог бережет. Поэтому всем желаю здоровья, берегите себя, своих малышей, своих мам, пап, и, в общем, не болейте. А мы пока на карантине. Ну, зато есть надежда, что я разберу балкон, уберусь основательно в квартире, ну и в общем, буду тут все драить. Ну и тебе уже легче? Да. Ты же с подружками сегодня еще не поздоровалась. Эй, смотри, где подруги? Вот подруги. Привет, подружки. Скажи, мне уже лучше? Да? Лучше малышу моему. Горяченький такой вообще. Несмотря что на то, что температура 37,4, тепленький-тепленький. Так. Звонят нам из клиники. В 2 часа мы ждем доктора. Алло? Да, здрасте. Угу. Да, да, все верно. Папа дома не будет, папа в Москве. Хорошо. Сейчас, минуточку, возьму паспорт. Сейчас. Да, С, 4 буквы. ДАЦЕ. ДАЦЕ, да. Угу. Ну, его можно не писать, мы его не пишем в паспортах. Нет. А доктор, я так понимаю, на скорой приедет, все правильно, да? Так, и в случае, если ребенку нужна будет какая-то помощь, там, медикаменты, то у нее все будет с собой, правильно? Ну, супер, хорошо, все, мы тогда 2 часа вас ждем. До свидания. Ну все, пока мы пойдем, попытаемся уложиться спать на первый дневной сон. Я очень надеюсь, что он уснет, пока он такой сильно капризный. Буду думать, как его укладывать. Скорее всего, не в мешочке, конечно же, не с открытым окном. В общем, в таком щадящем режиме. Надеюсь, будет ребенок спать. Все, увидимся позже. Я тут занимаюсь уборкой в очередной раз. Короче, промываю на всякий случай еще раз коляску. Очень круто снимаются колеса у нас. Просто при нажатии вот этих кнопок белых. И вот я все колеса промыла еще раз. И для
дезинфекции, ну как, антибактериального какого-то воздействия, я использую вот такую вот штуку. Очень прикольная. Не знаю, насколько она работает, но на всякий случай пусть будет. Короче, это спрей для очищения всех поверхностей детской комнаты с антибактериальным эффектом и написано 100% эффективен против бактерий, грибков, вирусов. 24 часа эффект. Хрен его знает. Скорее всего, конечно, гонит, но да ладно. На всякий случай. Вдруг тут у них святая вода. Короче, я все обшикала. Коляску еще протру, корзину снизу. Использую в перекрестке, покупаю вот такие вот салфетки. Ну, в принципе, влажные салфетки для уборки – это мое все. Я их просто обожаю. Ну и, конечно, увлажнение воздуха. Увлажняем воздух, как обычно, особенно в условиях карантина, когда малыш болеет. Значит, влажность в доме должна быть от 40 до 60%, температура от 18 до 22 градусов. И тогда легче всю заразу побороть. Ну и, конечно же, мы все это дело проветриваем. Время от времени я там 3-4 раза в день минимум открываю окна и проветриваю квартиру. Сквозное проветривание у меня не получается делать, потому что малыш в доме. И как бы, ну, сейчас у нас такая шаткая ситуация, но каждую комнату по отдельности я проветриваю. Вот, Буча моя спит там у себя в кроваточке, а я жду педиатра и, как электровеник, тут занимаюсь доп-уборкой. Ну, снова поднялась температура, еще успеваем. Ждем доктора. Сейчас часа, наверное, полтора пытались собрать мочу. Это что-то с чем-то. Я уже друзей ему тут включала. И Тани Лав включала. И что я только не включала, и как я только не пыталась сделать так, чтобы он пописал. Но, насколько я понимаю, схема правильная, когда ты даешь ребенку пить, подмываешь его, и все, сидишь с этим, с контейнером. Если нет специальной этой штуки, которая собирает мочу. Вот мы и сидели полтора часа. Ну что ж, доктора наши уехали, слава богу, оставили нас дома. По итогу на меня пописали 2 раза. Ну, не доктора, прям. Пока его смотрели. И сейчас я положила его спать. Конечно же, сейчас мы без режима. Спит ребенок столько, сколько он хочет, сколько ему нужно. И вообще у нас эти дни, значит, мы руководствуемся только по самочувствию малыша. 2 диагноза, судя по нашим симптомам. Первый. Это инфекция мочеиспускательных путей. Вторая – это детская розеола. То есть это герпес человека, шестого типа, по-моему, инфекция.
которую часто болеют маленькие дети до года. И поставили таких два диагноза, исходя лишь из наших симптомов. То есть это высокая лихорадка или температура и никаких других побочных эффектов. То есть симптомов других никаких нету, ни соплей, ни кашля, ничего. Конечно же, и не коронавирус, слава тебе, Господи. Вот, поэтому, собственно, жду теперь звонка доктора. Они уехали буквально там минут 15 назад. Доехать до клиники им надо, наверное, полчасика, и там в течение 15 минут они проверят наши анализы. То есть мы сдали мочу, собирала ее полтора часа, это было что-то с чем-то, и взяли кровь из пальчика. И, собственно, я очень надеюсь, что тогда дадут нам уже очень конкретный диагноз, и мы будем знать, что нам делать. Если у нас инфекция мочеиспускательных путей, это означает, что нужно будет пить антибиотик. Но, скорее всего, это не наш случай, просто потому что моча, как минимум на вид, она очень светлая, прозрачная, без каких-то там осадков, в общем, чистая, красивая моча. Второе, если у нас разеола, тогда мы просто 4-5 суток проводим с ребенком вот в таком же режиме, как мы провели вчерашний вечер и ночь, сегодняшний день. То есть моя задача в основном это ребенка поить, позволять ему спать, отдыхать и сбивать температуру. Все, что я могу сделать. Как только появятся пятна, а это, как правило, вот как раз-таки через там 4 дня приблизительно, по всему телу начинается розовая, очень непривлекательная сыпь пятнами. Это означает, что ребенок идет на поправку, как ни странно. Так что, ну, доктора сказали, что, скорее всего, будем ожидать нашу сыпь. Не знаю, посмотрим. Алло? Да, да, здравствуйте. А подождите, повторите еще раз, пожалуйста. Значит, у нас с мочой все хорошо, да? Так, с мочой все хорошо, а в крови что? Значит, у нас есть инфекция в крови. Я поняла. А скажите, в каких случаях нужно волноваться, например, вам звонить вот до вот этого четвертого дня? Какие симптомы могут еще там появиться? Да, я поняла. Если что-то еще добавляется, тогда звонить, да? Угу. А, я поняла. Все. Хорошо. Доктор, спасибо вам большое, что вы позвонили. В общем, мне все ясно. Тогда будем, в общем, держать температуру под контролем. Ладно, спасибо. Да, спасибо, до свидания. Фух. Короче, с мочой у нас все прекрасно. Моча чистая, ребенок здоровый. Кстати говоря, во время визита доктор проверила также уши, нос, все остальное, все у ребенка очень-очень хорошо. Кровь показала, что есть инфекция, следовательно, инфекция вирус разиолы. Как я уже говорила, это инфекция, которая провоцируется герпесом, который есть у всех людей, у маленьких детей просто с ним не знакомы. И доктор сказал, что, скорее всего, он этот вирус получил либо от меня, либо от папы. Ну, мы просто уже имеем иммунитет, антитела, и поэтому нас это не касается. И как только сыпь появится, то он уже будет не заразным. Так что мы сидим, ждем сыпь. Я на самом деле дико рада, что нам не нужно отправляться в больницу, что мы можем немножечко вздохнуть, и с нами ничего плохого не случилось. Помимо, конечно, температуры, лихорадки и дискомфорта малыша, собственно, все вроде бы, как бы можно сказать, что обошлось. Теперь моя задача только сделать так, чтобы ему было максимально комфортно в этом состоянии. Мы в любом случае будем оставаться дома, на улицу мы не будем выходить, и у нас будет такое самозаточение. Будем с малышом в изоляции. Уже улыбнулся немножко. Да? Ты уже улыбнулся немножко? Слава тебе, Господи, Господи, Господи. Малыш, ты уже улыбнулся. Подруженцам скажи, подруженцы, я нормально выздоровлю. Разъела всего-то навсего, да? Ну все, на этом мы сегодня прощаемся. Пойду одевать этого красавца. Попробую его немного покормить. Аппетит у нас так себе не очень весь этот день. Поэтому буду давать что-то вкусненькое. Также режим наш отменяется. Мы эти дни спим столько, сколько хотим. И
делаем так, как малышу максимально комфортно. Все, а с вами я прощаюсь до следующего нашего видеоролика. Увидимся с вами в четверг. Не болейте, берегите себя и будьте здоровы. Куда Зосечку потерял? Где Зосечка? Вот она. Ты чего, всех напугай? Ты чего, всех напугай? Засекачу тебя. Эй, скажи подружке пока. Пока.